Мы находимся на выставке Household Expert, говорим с нашими экспонентами. Алексей, вы производитель, расскажите, чем занимается ваша компания, что собираетесь представить в 2019 году на рынок, чем собираетесь удивлять? Да, мы производители, мы производим бытовую химию в новом формате, абсолютно безопасную для человека и окружающей среды. Основывается это все на уникальной разработке, технология получения биомикрогелей для микрокапсуляции загрязнений. Совсем недавно запустили линейку под брендом Wonderlab. На 2019 год огромные планы по развитию территории, развитию продаж. Огромный ассортимент сейчас насчитывает уже более 20 наименований. Это и гели для стирки, и гели для мытья посуды, жидкое мыло, средства 5 в одном, пенки для мытья детских принадлежностей. Разработали не просто продукт, а провели огромные исследования рынка, поняли, что нужно потребителю, в каком виде, в каком формате, и, соответственно, только после этого выпустили в жизнь такой продукт уникальный. С точки зрения моющих, чистящих средств в сравнении с обычной бытовой химией, традиционной, нетехнологичной, как, например, у вас, как вы достигаете, какая технология достигает того, что качество сопоставимо? Вернее, не качество, а результаты использования сопоставимы. Здесь очень важный момент как раз-таки заключается в том самом биомикрогеле, который мы разработали. Он производится из органического сырья. По факту мы выделяем пектин из яблочного жмыха, из жома сахарной свеклы и получаем биомикрогель. Это продукт, который запатентован в более чем 100 странах мира. Именно этот продукт позволяет нам в составе наших моющих средств избавляться практически полностью от всевозможных вредных компонентов, которые могут навредить здоровью или окружающей среде, а при этом сохраняя моющие способности на очень высоком уровне, которые как раз-таки и необходимы потребителю. Всевозможные технологии представлены на выставке Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.